«Украл, выпил, в тюрьму» – фразу из всем известного советского фильма 39-летний абаканец, видимо, решил сделать своим девизом. Ранее уже судимый за воровство и освободившийся из мест лишения свободы в конце прошлого года, мужчина снова решил заняться знакомым ремеслом. В числе противоправных эпизодов – продажа гаража пенсионерки. Об этом женщина узнала от знакомого. Проезжая мимо, он увидел, что металлическую недвижимость пожилой абаканки распиливают на металл. В свой карман предприимчивый махинатор положил 15 тысяч рублей. Стражи правопорядка установили личность злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что он похищал из гаражей и продавал в ломбардах, а также случайным водителям такси имущество горожан. Под его прицел попадали гаражи на улицах Пушкина, Трудовая, Торосова, Авиаторов, Минусинская и Энтузиастов. В основном под прицел преступника попадали шины и электроинструменты. А чтобы позже продать ограбленный гараж, аферист приобретал новые замки, находил покупателей через интернет или по объявлениям. Такая судьба сложилась у гаража Поторосова и его собрата по несчастью, расположенного на Авиаторов. Сбывал чужое имущество преступник значительно ниже реальной стоимости. Просил от 15 до 30 тысяч рублей. А чтобы скупщики ничего не заподозрили, навстречу отправлял своих сестру и девушку, которые вовсе не знали о совершаемых мошеннических действиях. Невольной соучастницей преступления его девушка стала и в краже велосипедов, которые мужчина угнал из подъездов многоэтажек. Сказав ей, что двухколесный транспорт принадлежит другу, он продал их в Минусинске. В отношении вора-рецидивиста возбуждены уголовные дела по факту краж с причинением значительного ущерба гражданам. Также проверяется его причастность на совершение аналогичных преступлений на территории Республики Хакасия. Уголовные дела будут объединены в одно производство, и мужчине 1984 года рождения грозит до 5 лет лишения свободы. Ксения Майер, Михаил Кудрявцев, новости.